Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет снова закупка из магазина Лента. Ездил у меня муж, я ему писала список, но, конечно, моим списком он не ограничился, как, наверное, многие мужчины. Закупка получилась на сумму 9900 где-то с копейками. Чек покажу вам в конце видео. И хочу также сказать по поводу журнала Ленты. Я как-то ездила, закупала, ну, очень всякие угощения там на праздник дня рождения моего старшего сына. Я на кассе спросила. Значит, в конце месяца и в начале месяца, ну, каждый раз по-разному, как мне сказал кассир, выдается вот этот лентовский журнал. При покупке от 700 рублей не каждому его дают, а при покупке от 2000 дают, ну, как бы спрашивают, нужен, не нужен. Если нужен, то тогда дают вот этот журнал. Ну, вот так вот мне объяснил кассир. Сейчас покажу закупку. Итак, вот такая вот она у меня получилась. По списку купил все, но еще, конечно же, много дополнительного чего. Давайте по традиции начнем с мяса. Он купил у меня пельмени вот такие. Очень, кстати, ему нравится Цезарь и еще какие-то, я уже говорила. Сказал, что на них была скидка 40%, поэтому он взял две пачки. Так, дальше у меня здесь фарш куриный и домашний. Я, правда, просила просто домашний, ну ладно. Вот, и кусочек свинины, он вот такую корейку взял по 227 рублей, вот такую большую. Ну, мы обычно ее разрезаем, либо пополам, либо как-то сразу порционно нарезаем и бросаем в морозилку. Так, а дальше здесь еще рыбное филе, не знаю, минтай, может, какую-нибудь запеканочку сделаю или какие-нибудь котлеты из них рыбные, посмотрим. И здесь еще вот курица у меня вот такая. Это куриная грудка у нас получается на кости с кожей. Кость я потом на бульон к супу. Так, дальше у меня здесь сосиски, вязанка, сардельки папа может. И тут куча всего. Значит, давайте начну отсюда. Вот такие соусы он купил, Махеев. Кстати, Махеев вкусные соусы. Терияки вот этот мне тоже очень нравится. Кисло-сладкий, но вот этот кисло-сладкий, он достаточно острый, так что имейте в виду. Кетчуп Мистер Рика, большую бутылку. Масло сливочное Вкуснотеево. И вот такое хозяюшка мне для выпечки, для печенья какого-нибудь буду тоже делать, потому что что-то у меня домашние просят. Так, куча сыра, не знаю, зачем столько. Значит, вот такой сыр, такой кусочек. В общем, не знаю, наверное, какая-то распродажа была. Что-то он мне ничего не сказал. Вот, а потом сыр сулугуни. Это у меня муж его очень любит. И здесь кусочек вот такой докторской колбаски. Вот такой сервелат взял еще лентовский. И зачем-то он у меня взял дрожжевое тесто. Я у него спросила, я говорю, зачем ты купил дрожжевое тесто? Что-то хочешь, чтобы я из него сделала? Он говорит, нет, я просто иду, смотрю, оно лежит. Ну, я и взял. Ну, в общем, вот так вот. В общем, сейчас буду из него что-нибудь, наверное, сделаю. Может быть, сыром что-нибудь, раз сыра так много. В общем, бывают такие покупки. Панировочные сухари лентовские, вот эти классные, кстати, сухари. Дальше здесь хлеб каравай, хлебный дом с трубями, батон лентовский нарезной. И еще взял вот такую для роллов. Наверное, с сыром сделаю. У меня, кстати, любят просто ролл вот этот с сыром и зеленью. И просто закручиваете немножечко в духовочке, чтобы сыр расплавился, и нарезаете. В общем, наверное, что-нибудь сделаю. Так, дальше здесь купил он еще вот такой сидр яблочный. Купила вот такое молоко для капучино. Не знаю, кстати, первый раз такое вижу. Я как-то, может быть, просто не обращала внимания. Он у меня любит пить вообще кофе с молоком. Я терпеть не могу. Муж пьет с удовольствием. В общем, наверное, будет что-нибудь вкусное делать. Обычное молоко. Потом вот это топленое молоко. У моей мамы остались еще эти... Как это называется? Закваска, вот Бакздрав. Вот, и она хочет себе сделать что-нибудь, что-то она хочет себе сделать, ряженку, по-моему, из топленого молока, вот две бутылочки. Так, вот такую взял баклажаны в аджике, наверное, будет острая, вот, какой тут у него состав хоть, вот такой,
Ну, в общем, не знаю, попробуем. Кстати, не все консервы лентовские вкусные. Вот какие-то я как-то брала, так там вообще одна морковь была. Ну, и здесь как бы тоже, я смотрю, морковки много. Вот, дальше. Это, кстати, к тому, что я еще пока свои, то, что сама делала салаты, пока не разрешаю. Говорю, еще зима не настала. Он, видно, решил купить. Так, лавровый лист, вот такую упаковочку. Семечки бабкины здесь у меня, соль, ну, обычная такая, правда, я хотела крупную, но в итоге купил мелкую, ну, ладно. Так, чай, вот этот Тесс, мне очень нравится Тесс чай, очень вкусный, моей маме нравится Гринфилд, хотя сейчас мы завариваем чай, вот, который я заказывала с Индии, но... Муж у меня, в общем, иногда, когда не заварено, да, все равно хочет чай попить, и, в общем, купил, да. Так, дальше у меня здесь фрукты, овощи. Значит, купил он кукурузу. Сейчас ее тоже поставлю варить. Тоже, кстати, вот 4 штучки. Вот у меня дети любят кукурузу. Так, а кукуруза сколько стоила? Не знаю, она, наверное, поштучно. Обычно она поштучно идет в ленте. В общем, в чеке посмотрю. Так, дальше огурцы вот такие. Помидорчики. Кстати, хорошие помидорчики. Видите, уже стали по 79 рублей. И огурцы по 84. То есть уже все начинает потихонечку дорожать. Так, грушу вот такую взял. Пакхам. Не знаю, такую грушу по 117 рублей. Дальше нектаринки еще взял. Кстати, в прошлый раз, которые нектаринки покупали, были очень вкусные, сладкие. Не знаю, откуда их привозят, но вкусные. Вот. Так, бананы вот уже по 86 рублей. Ну, в общем, все уже потихонечку дорожает, я смотрю. И здесь мандаринки по 129 рублей. И яблочки вот эти, гала-вес. Очень вкусные тоже яблоки по 70, ну, считайте, 80 рублей. Так, дальше у меня здесь сетка вот такая картошки он мне принес. Потом соки купил, конечно же, и лимонад, естественно. Но черноголовку, кстати, я люблю вот лимонады. Правда, какой-то, видите, лимонный, я так поняла. Колу, сок мультифрукт, апельсин, яблоко. Апельсин, это, кстати, любимый сок моего мужа. Так, здесь у меня еще лук. Ну, обычный репчатый, получается, по 22 рубля. Также вот он купил себе вот такую штучку. Не знаю. Зачем? Ну, надо, наверное. Сейчас, кстати, в ленте выдают вот эти мини-лента. У меня дети любят, играют в эти штучки. Вот как раз сейчас отдам. Дезодорант. Вот эти вот Doritos. Очень вкусные чипсы. Любите чипсы, советую попробовать. И здесь еще я поставила консервы. Он у меня тоже набрал. Кильку в томате. 2 штучки лентовские. И шпроты в масле. Тоже 2 баночки. И также тунец. Но тунец, я его в салаты люблю добавлять. Так, дальше. Корм котам, корм детям. Вот этот Несквик у меня очень любит. Вот эти вот шарики. И дальше у меня здесь макароны. 2 упаковки. Перловка. Это в кашу собаки. И сухой корм котам. В кашу собаки. Мы кашу собаки не варим только из одной крупы. Это идет как добавление к общей массе. У нее, кстати, вообще у меня у собаки практически всегда овощные каши. Вот, то есть много овощей добавляем. Так что вот такая вот получилась закупка у моего мужа. Ну, вот, сейчас буду что-нибудь делать из теста. Не знаю, посмотрю, может, что-нибудь, какие-нибудь булочки с сыром налеплю. И сейчас покажу вам чек. И вот показываю чек. Так, еще яйца, наверное, в машине муж забыл. Сейчас попрошу его сходить принести. 30 он взял. Так. Так, вот сумма составила 9 964, скидка 2 585.
И вот, кстати, этот журнал, который мне давали, когда я ездила, как я уже сказала, закупала, в общем-то, всякое к дню рождения сыночка. Вот мне тогда дали вот этот вот журнал, я поэтому и спросила. Ну, кстати, что-то у меня так и не дошли руки, то, чтобы вообще его полистать. Вот, но журнальчики классные, не знаю, мне очень нравится, когда их дают. Конечно, бывает иногда тут рецепты такие, знаете, ну, я люблю простые рецепты, чтобы не было там такого, что нужно, знаете, какой-то продукт такой особенный, что в итоге по выходу у вас одна порция 500 рублей стоит. То есть вот такое я не особо люблю. Но бывает что-то интересное здесь есть, хотя я так ничего пока что и не готовила. Интересненькое вот из этих журнальчиков. Но журнальчики классные, просто полистать, как-то вдохновиться готовкой и всем остальным. Мне кажется, просто супер, по мне так. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч!